Ну, по всей вероятности, перлись мы именно вот сюда. Вот он, этот второй Каверзинский водопад. Фоток с ним в интернете как грязи. Поэтому просто поснимаю шум воды. Как такой мартовский дзен. Оп. Я, правда, не знаю, как тут люди с детьми ходят по всем этим скользким камням, деревьям и прочей ерунде, но я думаю, что если сюда летом идти, тут не так полноводно. И, в принципе, можно босиком.